Магаданцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Мы». Его цель – укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие культуры народов России, а также формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к родине. Участниками могут стать граждане, коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Заявку можно подать до 31 июля на сайте «Мы-конкурс.РФ». Победителям будут присуждены звания лауреатов 1, 2 и 3 степени. Им вручат дипломы, памятные призы и денежные премии. Призовой фонд проекта – 360 000 рублей.